наша школа небольшая, в районе милом и родном. И годы, тихо пролетая, ей шепчут что-то о своем. Теперь, спустя десятилетия, пройдет огромный трудный путь. Она ведь лучше всех на свете, провозглашает жизни суть. Ах, жаль, что покидать придется мне вскоре этот отчий дом. Хоть время не вернешь обратно, я буду вспоминать о нем. Пока вращается планета, хочу сказать сегодня всем, что 35 годков минуло Курганской школе 47. Пусть знают папы, знают мамы, спеша на юбилейный пир, что от Камчатки до Европы ее питомцев знает мир. Немало стран на белом свете, но коль пошла учеба впрок, доступны стали нашим детям Чикаго, Лондон и Нью-Йорк. Ну, как все международные обмены, те, кто едут туда, пытаются продемонстрировать русский характер, пытаются избавиться от всех стереотипов, которые существовали ранее. И поэтому, кроме того, что мне Америка дала представление об американском характере, американском человеке, способе их жизни, но также и я пытался для них показать, каким может быть русский человек. Потому что я был самый первый русский человек, которого они видели в своей жизни. Я был воплощением всей нации. И я пытался показать как можно более положительный образ нашей страны. Нет, не здание школа, конечно, эпоха, и отнюдь не смешных букварей. Ах, родители бедные, как же вы плохо знаете ваших детей. Все первое в жизни, все наше начало, отсюда мы вынесли в свет. И школа впервые нам преподала уроки, которых нет. Разбег и первые перекрестки, взлет и падение в ад. Были дети, стали подростки, а юные в жизнь улетят. Каждому в мире своя доля, всем нам куда-то идти. Но главное свершилось в школе, главное – выбор пути. Школа для меня – это прежде всего дом. А учителя, они не являются для меня только учителями. Они для меня прежде всего родители. И когда я немножко обижаюсь на учителей, порой у всех у нас бывают конфликты. Я на них сержусь не больше, чем бы я сердилась на родителей. И школа – это то, куда я буду возвращаться в своих мыслях после окончания ее. Куда я буду возвращаться еще долгие-долгие годы. Я буду очень скучать по школе. В нашей школе все ученики – юные таланты. Многие отличники, спортсмены, музыканты. Каждый ученик умен и талантлив, и отважен, и смекалист, и силен. Результат для него важен. Я живу и не тужу, я в гимназию хожу. Все уроки я учу, стать отличником хочу. Но английские слова – это вам не дважды два. Надо так их прочитать, чтоб хоть кто-то смог понять. Ах, школа ты, школа ты, школа моя, 47-я гимназия. Красиво, уютно, мила и добра, ты лучшая школа Евразии.